Да, расскажи. Значит, я пришел в добром духе и хорошем. Это когда произошло? То есть на следующий день после субботу? Да, где-то? Угу. Нет, это суббота посчитать, прошлая суббота. Через день после статьи, я понял. Да. Значит, пришел в добром духе и настроении на то, что я могу помочь милиции провести внутреннее. Тебя вызвали? Нет, но меня, конечно, попросили прийти, вызвали, дать объяснение, что ты видел, почему я считаю, что был слив информации, рассказать свои наблюдения, вот, и попросили прокомментировать то видео, которое я наснимал. Вот, я прокомментировал, но как бы с первого слова настроение как бы сотрудника внутренней безопасности, с которым мы как будто бы должны быть по одну сторону баррикады, потому что это милиция внутри милиции, да, инспекция их по кадрам, и я типа заметил нарушение. И вот мы должны были быть типа по одну сторону баррикады, но на самом деле было не так. То есть как бы Геннадий Николаевич, я тебе уточню потом. Это генерал? Нет, подполковник милиции, по-моему. Я тебе уточню данные. Он как бы... Ну, очень часто беседа заходила на личные мнения, на личные там эмоции, типа что. То есть их целью было что? Что их было целью? То есть чтобы мы прекратили заниматься этим расследованием или что? Ну, формальной целью было дать объяснение по поводу информации, изложенной в сюжете, да? Вот. Ну, как-то очень спутанно. Скажем так, очень спутанно претензии высказывал ко мне по поводу статьи, хотя я не есть автором статьи. Моей статьи, да? Да. Таким как будто бы претензии и наездом, что кто это плюет и почему вы постоянно о милиции пишете плохо, и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, это можно сказать, что это был наезд, правильно? Претензия. Угу. Да. Я понял. Тон разговора был претензиозный. Но я настоял категорично на том, что я считаю, что подозрение в сливе информации это правда. То есть как бы что закономерность вижу. Я вижу закономерность в том, что за 5 минут до прихода милиции исчезала продавщица. Вот. И я по-прежнему как бы подозреваю сотрудника в том, что был слив информации. Вот. Это я написал в объяснительное свои. Смотри дальше. Это же самое. Нет, меня нет, но после этого вызывали нашего Нестеренко. Это кто? Это тот гражданин, который первый раз вызывал милицию. Понял. Он ходил к нему же вчера. И что? А теперь смотри, какой фокус. Ну, как бы, вообще, этого как бы, подполковника возмущала вообще эта статья, и что он постоянно, вот важные слова, акцент, он постоянно пытался меня убедить в том, что это не был наркотик. А я его постоянно пытался убедить, что наркотик был это или не наркотик, сливать. Главное, что этого вещества милиция вообще не нашла. А мы, журналисты, очень легко нашли. Я не знаю, перебила его или нет. Дальше. Он мне, вот главный момент. Он мне показывал объяснительную Нестеренко. Нестеренко нашего. Да, я понял. Как будто бы эту объяснительную отобрал участковый. А теперь Эврика. Участковый Нестеренко никогда в глаза не видел по-настоящему. Замечательно. Это информация внутренней безопасности вот нашего Беленко, с которым мы встречались в фабрике. Это вот его информация, этого Беленко. Вот. Так что поддельное объяснение Нестеренко. Я понял. Ну хорошо, спасибо тебе. Давай. И смотри, давай, если что, я могу...